Дорогие друзья, шалом алейхем. Суббота вечером евреи во всего мира отмечают праздник Пейсах. Мы собираем семью, едим мацу, исполняем все обычаи праздника и, главное, читаем книгу Хагада. Книга Хагада – это то, что мы обязаны рассказывать нашим детям о истории нашего народа, как мы были рабами и вышли на свободу, и двигались в сторону горы Синай, где мы получили Тору и стали народ, который Всевышний выбрал как свой народ. Слово «исход из Египта» на иврите – это «Яциат Мицраим» – «исход из Египта». Мицраим, кроме того, что это страна Египта, имеет еще один перевод на иврит. Мицраим – это ограничение. И когда мы отмечаем исход из Египта, мы не только отмечаем то, что произошло 3,5 тысячи лет назад. Это важно, это очень большая мицва, заповедь, помни то, что было. Но мы отмечаем каждый год исход из духовного Египта, наша внутренняя Египта, который нам не дает развиваться и жить полноценной хорошей жизни. У каждого человека есть целый букет вопросы и ограничения, где он застрял, и они не дают ему возможности развиваться, расти. Это страхи, это токсичные отношения, которые не должны быть. Это какие-то ограничения, что человек не читает, что он может, и он застрял в какой-то ситуации, в какое-то место. А он читает, что он не может выйти из этой ситуации. Мы используем это время, когда в мире есть энергия свобода, когда Всевышний освободил нас 3,5 тысячи лет назад, говорится, что для каждого еврея есть уникальная возможность выйти из своей личной Египта, из своей личной Мицраим. Разобраться внутри себя, что нам мешает, что нас ограничивает, и работать над этим. Для того, чтобы мы могли выйти из этого, нам надо отменить, аннулировать все вот эти качества, которые нам мешают выйти на свободу. Для этого мы едим маца. Разница между обычным мучного и маца, что мучного, оно означает эго и гордыня. Оно растет, оно большое. Маца делается так, что оно остается очень тонкое. И в духовном смысле маца означает наш битул. Битул – это аннулирование и скромности, и то, что является, наоборот, от эго и гордыня. Для того, чтобы мы могли родиться снова, аннулировать все плохие качества, которые нам мешают жить, нам надо работать над собой, аннулировать свой эго, и только тогда мы сможем начать с нуля, смотреть на мир по-другому, на нашу жизнь по-другому, избавиться от того, что нас ограничивает. Вот наш внутренний духовный Египта, наш внутренний духовный фарон и Мицраим, который нам мешает. И прямо говорится, что в это время, когда евреи вышли из Египта 3,5 тысячи лет назад, в мире для евреев присутствует вот эта энергия, которая нам помогает в духовном выйти из наш собственный личное Мицраим, рабство, где мы находимся. Говорится, что для того, что семена, от них росло дерево, надо взять семена, посадить его в земле, там, где темно, там, где ничего нету. Семена должно испортиться, стать ничего, и только тогда может вырасти красивое дерево. Если мы возьмем семена и начнем с ней что-то сделать, мы получим большие семена. Но мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы из семена было деревья, которые даст нам плоды, фрукты, красивая дерево. И точно так наша жизнь. Во время Пейсах мы можем взять нашу жизнь, аннулировать, отменить в землю, и тогда мы получим большой и красивый новый жизнь. Я дам небольшой пример. Даже в самые простые вопросы. Человек, который курит очень много. Если он хочет бросить курить, он не может говорить, я бросил курить.
Если он бросил курить, он продолжает думать о том, что он курящий человек. Он говорит, я живу здоровый образ жизни. Я хочу жить долго. Я хочу жить до 90, но не до 70. Он не говорит о том, что он бросил курить. Он родился снова. Он новый человек, который живет здоровый образ жизни. Человек, который был очень полный, и у него диабет, и у него много проблем со здоровьем. Он перестал есть торты. Ему предлагают торт, и он говорит, я не ем торты, я на диете. Это большая проблема, потому что получается, что он еще находится в этом месте, где он на диете, он хочет торт, у него борьба. Он должен говорить для себя, я новый человек, я живу здоровый образ жизни, я собираюсь жить долго, я своими руками не хочу убивать себе. И он не думает ни о торте, ни о диете. Он говорит о новом человеке, который живет бодрая, энергичная, здоровый образ жизни. Вот это пример, о чем мы говорим в духовном смысле тоже. Когда мы едим маца, это не просто блюдо. Мы едим маца, который нам помогает стать на новом уровне, родиться снова, благодаря битул, аннулированию. Вот этот весь букет проблем, который мы знаем, который у нас есть, который нам мешает родиться снова. Если мы будем заниматься проблемой, мы останемся с проблемами. Если мы понимаем, что это новая жизнь, каждый человек становится новым человеком благодаря того, что он вышел из Египта, он ест мацу и понимает духовный смысл маца. Маца тоже помогает наша вера во Всевышний. Когда еврей верит во Всевышний, он понимает, что это не его сила, это не его заслуга, и Всевышний дает ему шанс снова все начинать. И тогда мы по-настоящему стали свободными людьми, и наш год от Пейсаха до Пейсаха будет очень счастливый и рады. Желаю счастливого и кошерного Пейсах и Шаббат Шалом.